последний стартовый номер в упражнениях с булавами. Оля сейчас исполняет прекрасную музыку Петр Ильич Чайковский «Лебединое озеро». Конечно, мы все узнали эту бессмертную музыку. И Оля сама попросила Ирину Александровну Винер, чтобы ей поставили «Лебединое озеро». Она мечтала станцевать вот такую классику в художественной гимнастике, потому что по природе, конечно, Оля, она является как бы классической гимнасткой в спорте. То есть, если ее поставить на пальцы, то она спокойно может станцевать тоже как партию в балете. Настолько у нее красивые ноги, особенно ее большой огромный подъем. И вот эта великолепная музыка в сочетании с гимнастическими упражнениями очень прекрасно легла на Олю. И замечательно, вот я думаю, что именно выбор классической музыки, он как нельзя лучше подходит к художественной гимнастике. Ну, наверное, между художественной гимнастикой и балетом действительно есть много общего, да? Безусловно, я думаю, что великолепные повороты, которые вот я хочу сейчас вспомнить гимнастку, которая сюда не приехала, это Вера Сысина, которая, как я говорю, что она уже родилась с балетными ногами в пятой позиции. И ее великолепная лента, если наши уважаемые телезрители помнят ее ленту, а я уверена, что наверняка все ее помнят, и какие великолепные пируэты крутит Вера в этюд. Она делает по 5, по 6 пируэтов в этюд и останавливается на высоченном ролеве, то есть на высоченных полупальцах. И вот когда идут передачи, и телевидение показывает Веру Сысину, обязательно все операторы показывают ее великолепный полупалец, эту великолепную ножку. И я хочу сказать, что даже многие балерины, я думаю, могут позавидовать вот именно Вериным таким великолепным ногам и ее великолепным исполнением именно